И поможет нам в этом замечательная композиция «Чунга Чанга». Thank you.
под ваши аплодисменты я приглашаю на сцену солистку ансамбля Анну Корлякову. А также я хочу представить вам нашего юного музыканта, но уже полноправного участника ансамбля. Встречайте, Филипп Ковальчук! Филипп нас играет на ударных инструментах. Пускай прекрасным будет настроение, ведь это очень много в жизни значит. Кто радостно настроен, без сомнения, быстрее добивается удачи. Ведь те, кто любят жизнь и улыбаются, весь мир теплом душевным согревают. Пусть люди на улыбку откликаются и искренней любовью отвечают. Если вы так будете, выйдете из дома, если вам не нравится солнечный миньон, пусть кому умнется, как своей знакомой, вам и вовсе нет здоровой встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Вдруг по суду случай, часто долго любит, ссорится на лет. Вы в глаза друг другу посмотрите лучше, лучше всяких слов порой взгляд говорят. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваши глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Влюблённо-людно, а у воды высится, как мир.
злее. С болью в душе понял я вещь одну. Чтобы не стать этаким вот музеем, в нужный момент лучше пойти ко дну. Прекрасному человеку, нашему другу и наставнику Александру Ивановичу Вилянкину. Исчезнет все, пространство, звуки, время, и во вселенской всеобъемлющей тиши родится блюз, как грустная поэма о бесконечном одиночестве души. Thank you.
которое исполнит наш ансамбль уже более 60 лет, но оно по-прежнему любимо всеми нами. «Московских окон цвет». Энергичный, зажигательный рок-н-ролл. Walk right out.
been through it when she be that day box. Before the deep in my own head falls, your little roof, lock right in. Walk right out. Walk right in. Walk right out. Walk right in. Walk right out. Ашхабад, на страною звучит Москва.
московский бит. Поют в джазовых песнях, конечно же, о любви. Ведь это движущая сила всего земного. Любовь открывает лучшие качества нашей души, раскрывает невиданные ранее таланты. На нашей сцене творческий семейный дуэт. Анна и Никита Корлюковы. In my mind.
родился в Одессе. Это громкое высказывание Леонида Утесова и знакомство публики с песней «Прости, прощай, Одесса, мама» на его слова в 1929 году произвели фурор на советской эстраде. Эта песня вошла и в музыкальную ленту о сложностях и успехах первых советских джазменов. Мы из джаза. А сегодня мы исполняем эту песню для вас. «Одесса, мама». Thank you.
называется «Народный ансамбль «Солнечная сторона». Современный мир меняется. Также изменениям подвергается и музыка. Меняются вкусы, стили и техника исполнения. Но с уверенностью можно утверждать, что блюз будет жить вечно. Предлагаем вам совершить небольшое музыкальное путешествие в Париж.
«С любовью к Парижу». Так называется наше следующее произведение. Сердца миллионов людей, дарит неземные чувства и ощущения невесомости, наполняет сердце надеждами и отрадой, а жизнь улыбками и прекрасным настроением. Вновь на сцене Анна Корлюкова. Thank you.
gonna buy that band. Для всех бесспорно жил и вечно будет жить. Поднистовый мотив, что летит над головами, танцплощадка совершает риф круговорот. Разодетый коллектив, бодро двигая ногами, часто в такт не попадая, делает фокстрот. В нашем пыльном городке, кроме школы и вокзала, есть еще дворец культуры, в нем второй этаж. Там на пыльном пятаке, в стенах актового зала, как всегда, по воскресеньям выступает наш провинциальный джаз-бэнд. Родит художник-студент не за гроши, барыши, а просто так для души скользит по струнам рука. По воскресеньям в ДК сегодня снова для вас его величество джаз. Дорогие друзья, музыканты ансамбля «Солнечная сторона» желают вам в новом году здоровья, удачи, любви, исполнения всех ваших желаний и прекрасного настроения на целый год. И на этом наша концертная программа заканчивается. Спасибо вам большое. До новых творческих встреч! Его величество джаз.